Чайка 134. Привезли в ремонт. Тоже опять замотали. Да что ж такое-то? Кто так учит заматывать? Ладно. Сейчас посмотрю, что с ней. Я, честно говоря, не помню. Да я, собственно, сильно и не прислушиваюсь к тому, что мне говорят. Я все равно ее всю смотрю. Машина, судя по всему, судя по приводу, привод универсал турецкий. Неплохой привод, но педаль хлипкая. Вот эти места ломаются, вот эти две оси, они из пластмассы. Мотор хороший, 100-ваттный, ну а педаль хлипкая. Ну, впрочем, если обращаться аккуратно, то будет работать долго-долго. Главное не ронять. Так, ну а что же не так с машиной? Вот тут строчка ее изобразили. Вот, видимо. Сейчас будем разбираться, что тут не так. Ну, затянуто, конечно, до невозможности. Так, машина, судя по состоянию, не работала. Если и работала, то очень недолго. Хотел посмотреть дату выпуска, ну а здесь, на этом двигателе, дату выпуска. Ну, это СССР. Это 80-е годы, потому как в 90-е уже такие привода не ставили. Ставили, что попало. ЭП там и прочий хлам. Впрочем, вспоминаю, мне сказали, что тут присохло. Вот она не переключается, переключатель. О, ну это ерунда. Надо всего лишь промыть. Все. Маленько подождать. И... Ах ты. Где-то прилипло. Вообще, недвижимое. Так, надо будет вот этот винт открутить. Прикипело. Сама вот эта ось внутри. Так. О, все. Все поехало. Да, видимо, так не расшевелить, надо разбирать. Пошла. Вот так. Ничего страшного. Пару десяточек снимем. Вот так. Да, еле снял. Вот сейчас от руки свободно разбираю. Так и должно быть. Так, разбираю для чего? Чтобы вот этот поводок затянуть. Мне кажется, он не затянут. Да, конечно. Угу. Вот так примерно. Вот сейчас она будет вращаться, эта ручка, как надо. Ну а теперь раз 100 вот так надо сделать, пока пальцами не будет проворачиваться. Да, где-то минут 30 я потратил вот на эту ручку. А, по-моему, мне из-за нее и привезли.
Идем далее. Все четко по центру. Зигзаг включаем полный. Так, ага. Все отлично. И остается с челночным поработать. Так, ну придется протирать шестерни, потому как это меня не устраивает. Сейчас делаю максимальное пятно контакта и прогоняю с пастой. О! Вот. Ох, сейчас рычать будет. Рейка. Не вот этот листок. Так, ладно. Еще брекает. Ага. Вот еще может брякать. Да не может, а брякает. Втулочку надо поддавить. Так. Ну все. Люфта нет. Ну-ка. Так. Все равно мне что-то не нравится. Делал все, что мог. Тут из чайки Альтенбурга не получится по-любому. Так. Все. Это еще без редуктора. Сейчас редуктор поставлю, прибавится шумов, естественно. Все-таки не зря снимал. Появился ход шестеренки. А то его практически не было. Так. Можно сейчас регулировать. Вверх-вниз. Так. Погремуха, что с ней не делай. Так, при включении подсветки коротнуло. И причем коротнуло, здесь в машине все хорошо. Я звоню, все нормально. Все, 220 подходит, а что надо? Почему коротнуло, не могу понять.
Так, все-таки сделаю буквально на днях лампочку, чтобы включать через лампу. Мне вот эти надоели. Короткие замыкания, неизвестную цепь включаешь первый раз. Обязательно через лампочку. Это я буквально, может быть, завтра сделаю. Так, ну все нормально. Почему коротнуло-то? Еще раз включаю. Ну все, это, наверное, лампочка такая была. Наверное, лампочка коротнула. Она у меня непонятно откуда. Это с упаковки взята. А та лампочка пыхнула. Она со старых запасов. Наверное, лампа была такая. Ну все. Но вот эту цепь с лампой на 220 я обязательно сделаю. Ну, абсолютно мне не нравится звук. Шьет отлично, строчка хорошая, без пропусков, затяжка. Ну, вот этот вот редуктор в шестерне, и ничего не сделаешь, что характерно. Выше, ниже, либо большой люфт, тогда пропуски идут, либо вот так. На завтра оставляю, завтра доделаю, попытаюсь с редуктором что-то делать, но... Вот этот звук меня прямо шокирует. Сегодня уже 8 час. Надоела она мне. Ну, 2,5, почти 3 часа сижу. Погремушка. Ну, все. Завтра еще займусь, если не будет никаких сдвигов, так и оставлю, потому как не знаю, что с ней еще делать. Все уже перепробовал. Ладно, завтра закончу. Все с этой машиной сделал все, что мог. Более тут никто ничего не сделает. Вот, подкладываешь, если хочешь, чтобы шило потише, пледик. Вполне. Эти 134-е, они все погремушки. Я не видел тихо работающую ни одну. 3,5 часа вчера потратил, снимал несколько раз редуктор, смотрел. Единственное, можно было попробовать шестерню поставить, но опять же, эта пара, она хоть приработалась, от другой ставить. В общем, пойдет. Все на этом. Всем пока.